героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон. Это вот капсула, скорболитовая капсула. Она и пластиковая была. Вот, значит, удалось обнаружить эту капсулу. В ней была записка. Ее удалось идентифицировать. Что дальше? Вот если видите, тут адрес Харьковская область, такой-то хутор. Вот, все, нашли. Года 4. У нас там привал, место встречи. То есть все там трапезничали, mm-hmm. и так далее. А салат лежал рядом все время. Mm-hmm. Именной причем, Иван Долгин. Девчонки он тоже молодцы. Если кадровый, то вплоть до медальона. То есть, если вот мы работаем по 41-му году, Можайский район, то там, как правило, это Кристина Стрелкова, которая получила там награды за бои на Хасане, японцев била. Та прям капитальная кадровая дивизия. А если вот ополченцы, ну что у него может быть? Все, что дома дали, как правило. Есть. Набор, салонская книжка, ну, все, чернила, они сразу же действуют водой. Вот. И, ну, некоторые оставляли все эти медальоны и носили. Хотя вот отец мне рассказал, что это была плохая примета. При этом кто-то оставлял и... То есть смогли зацепить 8 красноармейцев. Вот. 8 минометчиков, да, то есть я коробку еще просто не разбирал, миномет, то есть не чистил. Вот, ну, вот один кусок железа. А, и еще наш дружественный отряд доказал, что в Наурской степи реально произошла бойня. То, что Молгобек не просто так город воинской славы. Что по героям должен быть, ну это отдельно. И значит, что я захожу в урочище, вот это, у нее еще название урочище богатое. Там, значит, первый слой – это Великая Отечественная, второй слой – это гражданская, а третий – топор 5 века на шее. Мое личное мнение. Надо искать беспримерные подвиги и жертвы там, где сражались самые жестокие немецкие части. Правильно же? Вот, как правило. Это... Осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей.